Сегодня же глава Чувашии принял участие в селекторном совещании под руководством вице-премьера российского правительства Ольги Голодец. Его участники обсудили состояние подростковой преступности в регионах. Тема более чем актуальная в начале летних каникул. В МВД страны приводят оптимистичную статистику. За последние годы в российских регионах подростковая преступность снизилась на 10%. Статистику портит только 17 субъектов. Ольга Голодец призвала их руководителей в двухнедельный срок разработать программы по снижению преступности среди несовершеннолетних. Власти Чувашии этому вопросу уделяют пристальное внимание. Чтобы улучшить криминогенную ситуацию в подростковой среде, школьников занимают полезным делом. Директора школ в республике несут персональную ответственность за качество воспитательной работы. Принятые меры уже доказали свою эффективность. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Чувашии снизилось более чем на 20%. По всей республике договорились с муниципальными районами, городскими округами, что центры творчества, городские центры творчества, районные центры творчества должны летом работать. Вот ту традицию, что все вместе уходили летний период педагоги учреждений дополнительного образования, надо сломать. Как раз летом дети нуждаются в кружках, спортивных секциях. Поэтому все ДЮСШ, все центры творчества в этом году летом будут работать.